В новом учебном году в регионе увеличится количество педагогических классов. В них будут обучаться более 500 юных ямальцев. Ранее образовательная программа психолого-педагогической направленности была рассчитана на обучение в 10-11 классах. С сентября ее будут осваивать и девятиклассники. Уже сейчас в Муравленко ведется активная работа в этом направлении. Учащиеся 9 классов города проходят анкетирование. Обучаясь в разных профилях, во внеурочной деятельности, ребята изучали психологию и педагогику. В этом учебном году мы предложили ребятам учебный план класса психолого-педагогической направленности. При этом многие ребята занимаются по индивидуальным учебным планам, изучают на углубленном уровне физику, информатику, математику и затем уже совместно проходят различные психолого-педагогические курсы, такие как введение в психологию, введение в педагогику. В Муравленко первый педагогический класс открылся в сентябре 2021 года на базе многопрофильного лицея. Сегодня в нем обучается 16 лицеистов. Изучаем образовательный запрос учащихся 9 классов и их родителей, законных представителей. И уже сейчас можем смело утверждать, что спрос на психолого-педагогические профессии он увеличивается.